котятки, что я вам расскажу. Смотрите, кофейное дерево. И что бы вы думали? Это шикарный караоке. Это замечательное место. И сейчас мы с вами туда пойдем. Вы увидите, как я пою. Это что-то было. Я вот просто сейчас оттуда вышла, с девчонками сходили, посмотрели все. Очень рекомендую, там еще вам расскажу, что там можно делать. Оторвались от души просто. И самое прикольное, что это будний день, и мы посреди дня пошли. То есть все сейчас увидите. Просто рекомендую. Они с 12 работают, до 2 ночи, ничего себе. Пятница, суббота. О-о-о. Заходите, кто у нас тут что знает, я не знаю. Заходи первая. Там же? Ну, вроде бы других деревьев нет. Да. Как креативно. Каждый день минут 25 на все блюда. Что это за бездюшечки? А, я тоже хотела потрогать. Ты за меня потрогала. Бездюшоночки. Кофейные деревья. Нет, вот это что? Дерево? Кофе? Это настоящий кофе? Нет, 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 это такая. Здравствуйте. У вас все концепция. Ну, сначала как это, обзорная экскурсия. Это наш обеденный зал. А, вы же с 12, да? Да, он такой винтажный. Вот. Особенно столики. Ух ты. Вот. Потому что заведение было создано 18 лет назад, и за это время интерьер уже сам по себе превратился немножко в раритет. Mm-hmm. Так, теперь мы можем спуститься в нижний этаж, где у нас бильярд и караоке. Александра, вы умеете играть в бильярд? А я, кстати, посмотрела по интернету, такая, о, бильярд можно сыграть. А как там получается, как русский бильярд? Да, два стола русский бильярд, а центральный mm-hmm. поменьше это пул. Mm-hmm. Вы видите, mm-hmm. я даже разбираюсь. Да. Вау. Нет, русский. А это размер и... Размерами? Да, ну и правила. Размеры и нюансы в правилах. А, да? Ну, mm-hmm. ясно. Мэ и Жо. По бильярдным столам я знаю. Ой, подожди. Я не туда пошла. А там пусто сейчас? Сейчас уже не будет пусто. Как на яхте. Проходите, пожалуйста. Ага. Прикольно. Прям так и хочется запеть. На самом деле, в Корее, я не знаю, как в Китае, поправьте меня, это же очень популярная тема, после работы прийти попеть караоке. 23 градуса сейчас он бьет. Нет, хорошо, у тебя прохладненько. Не, мне нормально, все. Надо было просто снять пальто. Можно было не включать, зачем нам этот? Кондер? Да, шумно. Нам не нужно, да. Алексей ушел уже. А выключите, пожалуйста, кондиционер. Мы капризничаем, извините. Конечно, желание клиента закон. Помню, что мы приходили с детьми. Ну, с детьми уже детский формат не этого. Не приветствуется. Ну, почему не приветствуется? Днем смело можно приходить с детьми. Снять. Тут не будет ничего такого, что могло бы их... Я помню, что мы принесли торт свой большой, заказали чай, кофе. Дети, ну это подростки у нас уже были, Катьке сколько было, лет 10-12 им было, они с удовольствием пели все вот песни, ну непонятно, не айсберг, а свои, короче, модные. На самом деле это был единственный поход в караоке. Да, дорогая, да. У меня их было очень много, и все после 12. Две лет? В Турции. Ой, прекрасно, прекрасно. А это что, Русик? Пожалуйста. А, соль? Да. У меня кончилась дома соль. Да? Да. Думаю, пойду к соседу. Пойду в караоке. Нет, нет. Думала, пойду в караоке, возьму соли. Да. Что здесь? Ром. Брусы. Вина. Коньяки. Подождите. Давай не наедаться, как для жадной утки, как ты выразилась. Подождите, Юлечка, я же тебя не представила. Это Юлечка, это Сашенька. Руслан Санна. Подержите, я покажу свой кардиган. Супер. Чуть-чуть выше, может быть. По результатам опросов все сказали оранжевый, поэтому розовый. Конечно, розовый, только розовый. Да. Я зашла на этот сайт. Ну, сайт, кто это делает, это же белорусский. Ага. Так это крокодил или это дракон? Ну, мне кажется, крокодил. Крокодил. Мой первый, бывший. И не нашла вот этого кардигана. Я не знаю, может, это новая коллекция какая-то.
127 рублей белорусские. Это такая качество-качество. Она вчера ходила по магазину. Ну, я не смогла. Так, давайте углубимся. Подождите. Слушайте, еще и пасту вы делаете. Гриль. Да, паста вкусная. Медовик, небось. Хороший баланс у повара по сливкам. А карбонара это сливочная, да? Да. Я все время путаю. Соленочка. Салат. Брускетты. Я за рулем. Пошла уже волна. Слушайте, какая психотерапия? Да, Руся, а ты сидишь. Надо на знать места, Толбухина. Девчонки. Взяли такси в кофейное дерево. Может, здесь устроить встречу с подписчиками? Конечно. О, класс. Тебе будет скидка. Идея. Сделаем. А что, нам хватит мест? Google нас закроет с нашим этим авторским правом. На этом видео я ничего не заработаю, придется отключить монетизацию. Два QR-кода, которые позволяют загрузить каталог. Ничего ж себе, да, дошлось уже и сюда. Звук системы Evolution Pro, и к нему есть электронный каталог, который регулярно пополняется. Ну, слушайте, давайте сделаю сразу, все проверим. Так, и нужно установить приложение? Да, мы подписаны, получаем ежемесячные обновления каталога, когда выходят новые композиции. И он же, в принципе, позволяет клиенту делать в зале электронные заказы, выбирая номер композиции. То есть свою любимую, как бы, да, уже знать, что петь. Да. Ну, это хорошо. Либо, если удобно, можно называть ведущему, он сам ищет в каталоге то, что вы хотите. Заповедный навет, обережный обшар, сидит кристальный зон у сосновых мережек, спочуваю твоей векоподной журбе. Я тоже не понимаю. Я не знаю, это авторское исполнение. Сейчас мы не устроимся. Новое исполнение. Первый раз слышу. Я не слышала такое. Сейчас спросим. Оказывается, этот прекрасный человек сам написал, как это правильно сказать, вот эти слова, которые... Сделал авторский перевод. Авторский перевод. И у вас... Белорусский кавер на песню, да, «Беловежская пуща». А есть еще какие-то? Да, у меня больше 350 белорусских каверов, начиная от «Скорпионс» и заканчивая Андреа Бочелли. А где вас можно послушать? Вот люди сейчас скажут, а я хочу вот услышать. Приходите на дневные форматы в кофейне. Вы поете? Дерево, да, я их веду, я сам пою там. А можно еще раз фамилию? Я потому что Алексей, да, а фамилию... Алексей Мацеевилов. Очень приятно, это очень здорово. А вы учились где-то, ну вот музыкальное образование? Вы знаете, я начал брать уроки вокала только в 40 лет. Да вы что? То есть вот эта вся история, что пойти самому учиться еще возможно? Да, она работает. А в школе, может, там где-то? Нет, меня в свое время не взяли в музыкальную школу из-за отсутствия слуха. Да вы что? Вот
Это просто невероятно. Вот. Большое вам огромное спасибо, что вот поделились, потому что для меня, я уже, знаешь, как это формат этого ведущего, но я просто в шоке, потому что ну, я очень тоже здорово. Была уверена, что у вас образование Хорошо. Музыкальное Приятного есть. Аппетита. Благодарю. А давно работаете? Вот, ну, это по призванию получается? Призвание? Ну вот как вот вы нашли себя в караоке? Петь хотели? Вот? Да, я начал 10 лет назад ходить в караоке, вот, петь. А потом мне захотелось это делать более профессионально. Я начал брать уроки вокала и 7 лет брал уроки вокала. Здорово. А как в кофейном дереве оказались? Ну, как? А, ну, в кофейном дереве я оказался, как это, по зову души, что ли. Да? Вот. После работы в госорганах, потом на товарной бирже, хотелось какое-то более творческое занятие. И вот когда возник такой вариант кафе и караоке, мне это глянулось, потому что я к тому моменту уже год делал эти белорусские переводы, создавал белорусские каверы. А есть что-нибудь на Ютубе, что-нибудь, это грех не делать, что-нибудь снимаете сами? Ну, в социальных да, где-то сетях. Да, есть видеоролики, но на Ютубе я не открывал пока свой канал. Я выкладываю в Фейсбук, выкладываю ВКонтакте. Надо открыть на Ютубе, потому что это очень круто. Это очень круто, и я думаю, будет очень много людей с большим желанием слушать. И голос у вас шикарнейший. И сами тексты. Я же говорю, когда первая вот началась... Нет, лирический тенор. Лирический тенор, но это тоже достаточно такая редкая история. Еще и сам научились, это здорово. Я не поверила, я просто сидела, я даже голову не поворачивала, потому что я думала, что это идет запись, и как бы я думаю, так и как, неужели, думаю, люди поют на французском, кто-нибудь приходит, караоке. А поют, кстати, на французском тоже, да? Ну, в смысле, на других языках. Те, кто приходит на дневной формат, они и на французском, и на итальянском поют. Все на дневной формат. На английском по умолчанию. К Алексею подходите, передавайте ему привет от меня, говорите, что мы на дневной формат. Зажигательно же, понимаешь? А вы, получается, кто? Я управляющий. Управляющий? Да, этого заведения. Это очень здорово, потому что мы, во-первых, обалдели от приема, как нас тут все приняли и рассказали. И я удивилась очень, знаете, чему? Тому, что раньше для меня караоке была какая-то мутная история. Казалось, у меня, я не ходила, но мне казалось, что это что-то такое подвальное помещение, тетрадочка, по которой вот все тут записывают. Оказывается, есть какие-то QR-коды, звук, и все очень культурно и прилично. Поэтому в массы очень вам спасибо за такое. У нас еще есть дневные форматы, Алексей. Вот, мы прям поразились, что это можно именно, и что можно даже вот по такому же прекраснейшему жизненному сценарию научиться. И пойти на вокал. Сейчас это все популярно. Надо будем продвигать караоке в массы. Очень это хорошо. Это будет хорошо, хорошо и полезно всем. Да, надеюсь. Очень приятно. Спасибо вам за такое заведение. Вам спасибо за то, что пришли, нас посетили, порадовались своим присутствием. А можно ли, например, если вот, допустим, какой-нибудь юбилей, встречу подписчиков? Конечно. То есть можно конечно, зал прийти, заказывать, организовывать? Заранее, отлично. Желательно заранее забронировать. А сколько здесь мест в этом зале? 32. 32. Достаточно. Супер, отлично. Это отлично. А может, вы с нами попоете что-нибудь? А я могу с вами посидеть. Посидеть. Рассветы собирать, ее рискнуть. И засыпать, как в сказке неземной. Oh,
И с великой тяжкостью верится мне, что были пути, приехал сюда по прелесту. Я ведаю звяжание, чому я навчу, на певної стризони день кредить не хочу. У два тузини гоп я жив по сусідстві зеліс. Я ведаю звяжає, чому я навчу, на певної стризони день кредить не хочу. У два тузини гоп я жив по сусідстві зеліс. А еще на 7 марта мы готовим музыкально-психологический проект, который называется «Воко-вокалу». Как это музыкально-психологически? Будете бить? Нет, это познание друг друга с помощью песни. А что делать надо? Мы опросим наших потенциальных участников, поющих и не поющих. Кто приходит к вам, да? Да, тех, кого пригласим к участию в этом проекте. Можем вас пригласить. Вы видели, да, слышали, да. Как я пою. Ну, можно быть не поющим участником. Да? Суть в том, что все участники рассказывают, какое эмоциональное состояние у них сейчас является желательным, а поющие участники о тех песнях, которые они могут спеть для создания этого желательного состояния. Потом нейросеть подберет под каждое состояние исполнителя соответствующие песни. Что Алексей, например, должен может исполнить вот песню «Венец творения дивная Диана» для девушки, которая венец хочет услышать дивная. Признание в любви. Прекрасно. В этом суть проекта. Эхо вы замутили. Без вокала нет вокала. Без вокала нет вокала. А когда это будет вся вот эта 7 история? 7 марта вечером. То есть это одноразовая акция, а потом как получится? Мы рассматриваем это как долгосрочный проект в случае удачного старта. Отлично. Значит, если кто-то захочет 7, а вечером это конкретнее-то во сколько? 19:00. То есть перейти в караоке с 19:00. И вы им объясните, что нужно. Мы вывесим у себя в Инстаграме. А что у вас есть? У вас есть Инстаграм? Ссылки, да, по которым... Вот тут Инстаграм мы тогда... Хорошо, спасибо. Удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно. Я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Карбонара ваша была? Да. Прекрасно, спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вы же брускету ели. Да, и брускета была. Я и карбонару попробовала. Спасибо. Да. У вас все такие красивые, рослые. Девочки, приходите.